Намаскарам всем. Я надеюсь, что все вы в России наслаждаетесь разнообразием, глубиной и яркостью индийской культуры. В этот день Индии, я уверен, что даже если все остальное останется незамеченным, по крайней мере, индийская кухня должна стать для многих из вас настоящим открытием. Надеюсь, что ваш аппетит к Индии не ограничится вкусовыми рецепторами, потому что эта культура может предложить вам много больше. Изюминкой или самым главным аспектом индийской культуры всегда было глубокое понимание фундаментальной механики человеческого механизма. Как добиться того, чтобы он функционировал наилучшим возможным образом? Как привести этот механизм к его наивысшей возможности? Насколько глубоким мы можем сделать переживание жизни человека? Я с радостью отмечаю, что сейчас в России существует невероятный интерес и жажда к познанию этих инструментов для самопреобразования, и что мы предлагаем их для тысяч людей. Мы называем это «внутренняя инженерия». Русские люди всегда были хорошими инженерами, создавая различные технологии. Но сейчас я говорю о проектировании себя, о внутренней инженерии, для того, чтобы создать внутреннее состояние человека таким, как вы хотите. Это научный подход к внутреннему благополучию. Мы предлагаем это на многих уровнях — в книгах, в интернете, а также на программах с личным присутствием. Я приглашаю всех вас воспользоваться этой возможностью. Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью и поздравить всех россиян и администрацию с феноменальным уровнем проведения чемпионата мира по футболу, уровень организации и, самое главное, гостеприимство русских людей и то, насколько эффективно было проведено такое грандиозное по своему масштабу мероприятие, было просто фантастическим, если не сказать больше. Я искренне наслаждался временем, проведенным в России во время последних 4 матчей Кубка мира. Также я хочу поздравить российскую сборную по футболу, которая впервые в истории пробилась в четвертьфинал. Но это не главное достижение. Было здорово находиться там. И еще раз, я надеюсь, что всем вам понравится этот день Индии. И несмотря на то, что Индия и Россия сотрудничают в различных сферах, в плане культурного взаимодействия они не пересекались настолько, насколько должны были бы. Я думаю, что пришло время открыть такую возможность. Вот в чем суть Дня Индии. Я уверен, что в будущем подобные мероприятия приведут к гораздо большему слиянию между двумя культурами. Мои поздравления организаторам. Я приглашаю всех россиян в полной мере насладиться этой возможностью, прочувствовать Индию, находясь в Москве. В этом суть Дня Индии, что вы можете наслаждаться Индией в Москве. Это замечательно. Я желаю вам хорошо провести время, и еще раз примите мои поздравления и благословения.